Очень важно развивать коммуникации, которые позволяют нам взаимодействовать с поставщиками-подрядчиками. Мы сейчас развиваем нашу информационную систему. Я уже говорил о том, что мы будем очень активно развивать эту систему. И у нас на сайте Банка России, на официальном сайте Банка России, будут созданы специальные сервисы для этого. То есть будут электронные кабинеты для поставщиков-подрядчиков, в которых мы будем информировать наших поставщиков-подрядчиков, рынок, о том, какие закупки мы проводим, что мы будем закупать, бюджеты, цены и так далее.